Друзья, всем привет! Забираю данный автомобиль. Первый раз за все время моей работы была такая сложность с переводом денег. Деньги шли трое суток, чуть-чуть больше, буквально на пару часов. В общем, денежка пришла, документы забрал, все проверил. Автомобиль сейчас буду забирать. Итак, стоил он 835 тысяч, 13 год, отдали за 830. Это Honda Fit Shuttle, максимальная комплектация. Фитов смотрю много. Этот автомобиль, он действительно, он достоин внимания. Как внешне, как по салону, так и по пробегу. Он 4,5 балла. Аукцион бьется по статистике. У него реально максимальная комплектация. Автомобиль не ржавый. Резина лето. Греется немного. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть кожаный руль, климат-контроль, есть подогрев сидений, подогрев зоны дворников, антиюз, круиз-контроль, камера заднего вида. У нас есть чистейший, аккуратный салон. Данный автомобиль поедет в город Иркутск. Ребята, если вам нужна помощь в приобретении японского автомобиля, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Также напоминаю то, что через меня вы можете привезти напрямую автомобиль с аукционов Японии. Едем в транспортную компанию. А рынок живет своей жизнью. Людей действительно очень много, машины покупаются каждый день. Вот время 10 утра, припарковать машину здесь негде. Ребят, и ходят прям толпами, смотрят автомобили. Кстати, очень популярные автомобили Honda Freed и Honda Freed Spike. А что сейчас покупают? Сейчас вам немного покажу автомобили, которые находятся в транспортной компании. Туда вглубь не пойдем. Смотрим, значит, Sirena, Wellfire, Alphard, там тоже стоят, хорошо берут. А Premio, Alione. Тоже популярные седаны, ценник, конечно, да, на них, вот что касается Леонов, что касается премиум, на них подрос, ценник высокий, но, тем не менее, хорошие, надежные автомобили, их берут очень хорошо. Стоит у нас Aqua, стоит у нас Fit RS, стоит еще один Леон, стоит Леворк, покупают степы очень хорошо берут. Вот, пожалуйста, я пригнал Fit Shuttle. Только что еще один Fit Shuttle стоит, Outlander электрический, Passa, это конструктор, Days, Voxy старенький кузов стоит. Здесь у нас стоит Fit, Passa, еще один Step, Хорек стоит, это, я так понимаю, конструктор стоит, N-Wagon стоит, Freed, Везель, Voxy. Ребят, берут все, абсолютно все. Друзья, еще я покажу немного автомобилей, которые пришли на продажу. Итак, это Honda Fit, автомобиль 2019 года выпуска. Хорошая летняя резина, бесключевой доступ, повторители, ветровики есть. Пробег сейчас покажу на автомобиле. Графитовый интересный цвет. Чистый, аккуратный салон. Машина аукционная. Камера заднего вида, как видите, есть. Очень популярная модель. Но опять же, именно фитов, их действительно очень мало. Система безопасности, антиюз, эко-режим. Есть у нас круиз-контроль. Пробег на автомобиле 48 тысяч. Сегодня жарище на улице, блин, просто нереальное. Климат, вариатор, i-stop, кнопка старт, стоп. Итак, 4 балла, 48 тысяч пробег. Есть крашеные элементы по левой стороне. W1, ребят, W1 это хорошая, качественная покраска. Толщиномера с собой нет, но я думаю, там будет ни о чем. То есть у нас подразделяется, есть W1, это хорошая, качественная покраска. Есть W2, это, ну, такая средненькая, да. И есть W3, когда мы видим вот эти крашеные элементы. Их видно со стороны. Короче говоря, некачественная покраска. Итак, стоимость этого автомобиля 2019 год, пробег 48 тысяч, 4 балла.
Стоит он 950 тысяч рублей. Это у нас идет уже Аква. Как видите, рестайлинг, да, свеженько, 18-й год, 3 балла. Пробег 60 тысяч, летняя резина. Повторители. Тоже есть система безопасности, автомобиль на ключе. Машина аукционная, идет замена крышки багажника. Все остальное здесь идет целенькое. Чистейший салон. Кстати, знаете, вот замена, скажем так, замене рознь, да, и РКРки рознь. То есть бывают такие РКи, то что страшно смотреть. А бывает, как, допустим, данный автомобиль сделан нормально все. Автосвет, движение по полосе, мультируль, управление менюшкой, как говорил, на ключе. Это полноценный гибрид, полноценный, ребят. Так, стоимость 890 тысяч, вот он лист, 69 тысяч пробег, замена крышки багажника, остальное идет все целенькое. И больше чем полбака японского бензина, капец, 32 градуса на улице, 32, опять пришла к вам какая-то жара. Смотрите, есть еще два филдера, вот. Народ, если вам нужен хороший, японский, надежный универсал, берите филдера. Ломаться здесь просто нечему в этих автомобилях. 18-е года, один с туманками. На вот это тоже туманки будут установлены. Машины бальные, все целые. На ключе. Значит, стоимость этого автомобиля 1 060 000, пробег 63, 4 балла, кузов целый. 63 тысячи родного пробега. 1 060 000. Значит, второй автомобиль такой же. Стоит он 1 050 000. W1 крыло, переднее левое. W1, заднее правое крыло. 65 тысяч пробег. Самые надежные, вообще неприхотливые универсалы. Это не гибридные версии, 18-е года. Ребят, поэтому, если вы хотите заказать автомобиль напрямую с аукционов Японии, звоните, пишите. Мы вам с радостью поможем. Напоминаю, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Это Honda CR-V, свежий кузов. Автомобиль 2018 года, был поиск автомобиля по авторынку «Зеленый угол». Бюджет был 2 200 000. Изначально хотели CR-V, но не думали, то, что в этот бюджет найдем. Естественно, хотелось взять двухлитровую. Двухлитровую бы не нашли. Потом переключились на Форика и нашли данный автомобиль. Он полторашка, турбо, аукцион 4 балла. Смешной маленький пробег, 20 тысяч. Я вам сейчас его покажу, аукционный лист. Комплектация не пустая, но и не максимальная. Клевое состояние салона. Шикарно. Обратите внимание, где находится номер кузова. Кто не знает, никогда не догадается, то, что он находится именно в этом месте. Автомобиль весь целый. Все детали родные. Все детали в родной краске. Есть электросиденье, память сидений. Кожаный руль. Полный руль, естественно, кнопка старт. То есть полный мультируль, адаптивный круиз-контроль. Всевозможные подстаканники, всевозможные бардачки. Неплохая магнитола Газерс. И посмотрите на аукционный лист. Это настоящий аукционный лист. Пробег 23 тысячи. Кузовщина вся целая, 4 балла. Аукционник бьется по статистике. Все довольны. Ну, если честно, я не ожидал, что будет машина с таким пробегом, с такой оценкой. Стоимость автомобиля 1 140 000. Камера заднего вида, траектория движения, все есть. Снизу автомобиль как новенький. Магнитолу раскодируем. В общем, шикарное состояние автомобиля. Стоимость 1 140 000 рублей. Хочу вам показать данный автомобиль. Это RAV 19 год, ребят, он 4,5 балла.
Он целенький, не битый, не крашеный. 2,5 литра, это гибрид. 178 лошадиных сил. Стоимость автомобиля 3 300 000 рублей. Самый последний кузов. Так, не понял. Задняя дверь электро. Очень крутой, просто здоровый багажник. Чистейший. Как видите, он в тюнинге. Значит, литье ТРД. Размер колес у нас здесь установлен 245/45/20, ребят. Вот так оно все трансформируется. И посмотрите, в каком состоянии сиденье, вообще в каком состоянии салон. Гибрид это идет полноценный. Кузов я посмотрел, автомобиль действительно целый по кузову, есть память сидений, кожаный руль, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля, крышка багажника идет с кнопки, память сидений, здоровая магнитола. Так, я вот даже не это, ага, вот так, 2 USB входа, 2 подстаканника. Места очень много в автомобиле, очень много. Сиденье регулируется по высоте, вперед, назад. В общем, доступны все регулировки. Есть подогрев сидений, антиюз, регулировка руля по вылету и, конечно же, по высоте. 3 300 000, ребят. Аукционик я еще не проверял, но я думаю, настоящий. 12 000 пробег, 4,5 балла. Вот такой вот автомобиль. Давайте я немного захвачу цены. Это Subaru Forester. Subaru Forester премиум, 19 год, 2 455 000. Значит, они бывают 2,5, бывают двухлитровые гибриды. Это Toyota Probox, Toyota Succeed. Автомобили полностью идентичны, одинаковые. Это 17 год, 4WD, стоимость их его 850 000 рублей. Дальше у нас стоит Daihatsu Terios Kit, 11 год. Естественно, он без пробега, отличное состояние указано. Так, стоимость здесь не указали. Посмотрим автомобили, на которых у нас указана стоимость. Итак, это N-Box, 4 балла, пробег родной. Стоимость автомобиля не указали. Prius 20, стоимости нет. Escudic, ребят, стоит. 16 год, 4WD, объем двигателя 1,6 литра. Стоит он 1 395 000 рублей. За Escudic'ом стоит Toyota Corolla Fielder. Кто-то недавно спрашивал про них. Это 11 год, 785 000 рублей стоит этот автомобиль. Появились у нас двадцатки. Кстати, одну из двадцаток я сейчас буду забирать. Стоит еще Fielder, стоит свежая Camry. Цены нет. Vezel Fit. Prius 20, юбилейка, 740 000. Сейчас забираю данный автомобиль. Это Toyota Prius, ребят, 20 кузов, белый цвет, машина аукциона. И внимание, пробег на данном автомобиле составляет 36 000. Это настоящий родной пробег. Значит, стоимость, по-моему, 795 000. Поправьте мне, если я неправильно сказал стоимость. Зимнюю резину, бесключевой доступ, светлый салон, пробег 36 000. Сзади метла, камера заднего вида, все у нас имеется. Данный автомобиль сейчас забираю.